Художественно-промышленный колледж Кунгура оказался на грани закрытия. Такие заголовки появились в прессе на этой неделе. Основание – петиция, которую разместили на сайте change.org преподаватели учебного заведения. Кунгурский колледж уже давно филиал Московской академии имени Строганова. Именно она устанавливает, какое количество студентов может быть принято на то или иное отделение. В этом году таких цифр приема Кунгурский колледж не получил, в отличие от других филиалов академии. Обычно эту информацию выдают уже к февралю, сообщили по телефону сотрудники колледжа. Сейчас говорить даже о закрытии мы не можем. Единственное, что у нас директор ездил в Москву, в академию, и ему было сказано о том, что мы будем доучивать вот эти оставшиеся три курса, останется у нас три курса. Соответственно, сократятся педагогические часы, значит, пойдет сокращение преподавателей. Никаких распоряжений о дальнейшем будущем колледжа тоже пока нет. Преподаватели в тревоге, студенты тоже. Ведь многие из них приехали сюда из других регионов страны. Коллектив считает, что таким образом негласно началась процедура закрытия учебного заведения, которому в этом году исполнится 80 лет. Это единственное в России училище, где готовят мастеров по обработке гипсовых пород, в том числе селенита. В 30-е годы прошлого века в Кунгуре организовали камнерезную артель, на основе которой затем появилась и школа для будущих мастеров. Изделия художников по камню экспонировали на всемирных выставках в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Москве. Недавно в Пермском краеведческом музее открыли селенитовую комнату, где показывают работы прикамских авторов. Выставка их изделий прошла и в художественной галерее. Камнерезный промысел, он уникален. Многие его сравнивают с пермским балетом, с нашими пермскими деревянными богами, кто-то с нефтью, с калийной солью. И этот перечень можно продолжить. И действительно, это такая же ценность, большая ценность. Отстоять эту ценность и пытаются сейчас педагоги Кунгурского колледжа. Они направили обращение в Министерство образования России, приложив и справку из Центра занятости, где сообщается, что ни один выпускник колледжа не состоит на учете как безработный. Мы будем следить за развитием событий. Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.